Ралли Швеция – единственное по-настоящему зимнее ралли в календаре чемпионата мира. И эта гонка стала дебютным выступлением в зачете WRC2 российского экипажа из Татарстана Радик Шамиев, Максим Цветков. Почему к этой гонке у многих особое отношение? Именно на таких машинах начиналась ралли Швеция. Что такое категория WRC2? Как сохранить 1500 шипов, когда едешь по асфальту? Все время ищешь, где снег лежит. Почему экипаж сам меняет шины, а механики могут только наблюдать? Финиш второго дня. Экипаж бодрый. И, конечно, как прошла первая гонка в зачете WRC2 для экипажа Таиф Ралли Тим? Ответы на эти вопросы в нашей следующей программе.